Здравствуйте, ребята! Меня зовут Сережа, и я очень люблю играть в разные интересные игры. Давайте с вами поиграем. Согласны? Тогда начинаем! Ребята, давайте с вами немножко разомнемся. Для этого вставайте на ножки и повторяйте движение за мной. Готовы? Тогда начинаем! Раз, два, три, четыре, пять. Будем строить и играть. Дом большой, высокий строим. Окна ставим, крышу кроем. Вот какой красивый дом. Будет жить в нем старый гном. Молодцы, ребята. Ребята, а вы знаете, из чего строят дома, в которых мы живем? Сейчас я вам покажу. Дома бывают из дерева, из камней, из кирпичей. Давайте рассмотрим кирпичик. Вот, кирпичик. Он похож на кубик, только подлиннее, чем кубик. Смотрите, какие постройки из него можно сделать. Домики, ворота, мостик, пирамиду, диванчик. Вот сколько много всего можно построить из кирпичиков. Ребята, а что похоже на кирпич? Давайте рассмотрим предметы и выберем из них те, которые напоминают кирпичик. Что изображено на картинке? Арбуз, хлеб, коробка с подарком, кубик, помидор и деталь конструктора. Что похоже на кирпичик? Правильно! Хлеб и деталь конструктора. Они такой же формы. Посмотрите, что изображено на этой картинке. Кубик с картинками, пенал, апельсин, игральный кубик, яблоко и масло. Что похоже на кирпичик? Правильно, пенал и масло. Они такой же формы. Молодцы! Следующая картинка. Что изображено на этой картинке? Мороженое, квадратный стульчик, мячик, колобок, сахар и кекс. Что похоже на кирпичик? Правильно, мороженое и кекс. Они такой же формы. Молодцы, ребята! Теперь вы знаете, что похоже на кирпичик. Давайте отдохнем и поиграем. Ребята, давайте немножко разомнемся. Повторяйте движение за мной. Готовы? Начинаем. Мы сначала будем хлопать. Хлоп, 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 хлоп. А потом мы будем топать. Топ, 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 топ. А сейчас мы повернемся. И все вместе улыбнемся. Ребята, к нам в гости пришли собачка и кошечка. Собачка и кошечка хотят построить домики, но самим им не справиться. Поэтому они просят вас, ребята, помочь им. Собачка хочет построить домик из кирпичиков, а кошечка из кубиков. Ребята, для строительства нам понадобится много кирпичиков и кубиков. Надо помочь разделить кубики и кирпичики между кошкой и собакой. Посмотрите на картинку. На ней кубики и кирпичики перемешались. Возьмите фломастер
и проведите линию от кошечки к каждому кубику. А от собачки к каждому кирпичику. Вот так. Молодцы. Теперь собачка с кошечкой знают, из чего строить свои домики. А чтобы домики получились у них красивые, давайте их раскрасим. Кошечка хочет зеленый домик, поэтому мы раскрасим ее кубики в зеленый. А собачка хочет желтый домик. Поэтому мы раскрасим кирпичики в желтый. Какие вы молодцы, ребята! Кошечка и собачка вам говорят спасибо за помощь. Теперь они построят себе красивые домики. Ребята, мы с вами обязательно еще поиграем в следующий раз. До новых встреч, друзья! Пока-пока!